В Московской области реализуется патриотический проект «Живая история», в прошлом году получивший грантовую поддержку федерального агентства «Росмолодежь». В рамках проекта молодые люди лично общаются с участниками Великой Отечественной войны, оказывая им всестороннюю помощь. С разрешения родственников ребята делают копии писем военных лет и семейных архивов. На основе этих материалов снимаются анимированные ролики для сайтов и соцсетей.